И привет всем, с вами Фарл, мы продолжаем Ассасины Синдикат. И у нас следующее воспоминание в виде черепа. Конец пути. Как звучит грозно. Джейкоб отправляется на вокзал, чтобы вернуть двигатель и убить Перл Эттуэй, которая оказалась там плебьером. Вообще подстава нашего героя произошла. Но решить все в обратную сторону не так уж и сложно, видимо. Сэр, двигатель в Ватерлоо. Люди старика скоро займутся разгрузкой. Им нечего будет разгружать. Собери группу Чаринг-Кросс. Я отправлю двигатели, заберете их. Добраться до точки обзора. Ну, начало неплохое. В самом деле. Учитывая, что точка обзора не так уж и далеко. Так или иначе. Сделал улучшение в поезде на сбережение средств, поэтому попозже заглянем. И, кстати, захватил последний из заданий. В Сатуарк можно будет захватить район, на стычку банд сходить, и район будет уже тогда полностью наш. Это без записи было, вот. И теперь, собственно, по делу. Вот-вот откроется. Да где это чертово расписание? Станция закрыта. Приказ Эттуэй. Ты же видел чертежи. Ты знал об этом изъяне? Напоминает нам задание. Мне напоминает задание. А, как же. Где доктора нужно было ликвидировать, психушки или в какой-то больнице. Когда мы в виде пациента выкатили нас к нему и ликвидировали этого доктора. Итак, кондуктор, возможность скрыться, начальник, возможность уникального убийства. Ну, у меня все интересно. Скорее, шеф, где же вы? Освободите начальника станции, воспользуйтесь потайным ходом. Освободить, освободить. И ликвидировать. Ну, интересное задание. Интересно, мне нравится. Вот с ним что делать? Ну ладно, сейчас сообразим. Кондуктор, поговори с ним, чтобы он, видимо, отвлек в нужный момент. Что тут происходит? Я так понимаю. У меня срочные дела на станции. Сможете заняться ими, как только мне разрешат пустить людей. Дождемся приказа и сразу пустим вас на Централ Стейшн. С графиком Централ Стейшн. Спасибо за терпение. Блин, выше никуда никак. И ты расскажешь про наши дела. Ну, ты что, серьезно?
Спасибо. Помоги встать. Я спешу. Вас обязательно найдут. Да, найдут. Куда же вы денетесь все? Иди по своим делам. Дождемся приказа и сразу пустим вас на Central Station. Скоро прибудет мой коллега с графиком Central Station. Спасибо за терпение. Сейчас мы с ней поговорим. Обязательно мы поговорим. Спасибо вам. Внимание, пассажиры! Все поезда отходят с центральной станции. Пропустите нас! Как мне теперь на этот фиолетовый значок попасть? Уж очень мне интересно. И неужели там где толпа уже стоит? Наши чудесные грачи где-то вдалеке от нас, увы. Четко сработали. Фиолетовый наш. Сложно облапошить. Вон он там ходит. А с ним что надо делать? Разблокирует уникальное убийство. Украсть чертеж. Я так полагаю, его можно ликвидировать, чтобы впоследствии украсть чертеж. Или нужно только живым у него забрать. Нет, мне кажется, можно ликвидировать. Каких-то изъянов вот стоит и разговаривает.
Ну давай, давай, иди сюда. И не туда. Очевидно, мы впустили толпу людей сюда. И благодаря этому можем здесь так скрытно действовать. Видимо, здесь не было людей. Так как не пускали. Я вот все думал, с какой стороны подходить. Давайте вот все-таки с этой стороны подойдем. Легкий форс-мажор. Уникальное убийство у нас теперь будет. Как жаль. Мы были хорошими партнерами. Нашему сотрудничеству пришел конец. Это бизнес, мистер Фрай. Для успеха все средства хороши. Кроуфорда не обрадует весть о моей смерти. Его опасно злить. Я стольким пожертвовала. Жаль мои амнибусы. Ну, ага, значит, амнибусы были ее. Типа разыграли хитрые комбинации. Скрыться на поезде. Это оригинально и хитро. Блин, потайным входом не воспользовался. Надо было зайти. Что-то тупанул. Ну ладно, ничего страшного.